Всем привет! Вы смотрите «Тяжелое время», а я напоминаю о возможности ставить лайки, подписываться и включать уведомления с канала, дабы не пропустить новые выходы программы. И прежде чем начать сегодняшний выпуск, я еще раз хочу сказать о необходимости убрать от экранов детей и лиц с нестабильной психикой. Потому что у нас сегодня известный матершинник и любитель шокировать публику фронтмен Рамштайн Тиль Линдеман совместно с гениальным шведским композитором и мультиинструменталистом Петером Тегертреном прославляют аборт. I like to fuck, but no French letter without the condom. The sex is better, but every time I get it in, a baby cries, and sometimes twins. I have six kids, and I don't like it. They eat too much, and treat me like shit. They only wear posh label clothes. If you give one hand, they bite off both. And all my friends, they have big cars, big mansions too, and smoke the fine cigars. They have deep pockets, I don't know why. I look in my purse and start to cry. Right.
Это нечто, взрыв мозга. Однако не будем забывать, что это всего лишь фарс, гипертрофированный юмор, взведенный в ранг безумия. Сравнить можно разве что только с Мэрилин Мэнсон. Возможно, именно поэтому альбом Skill in Pills, вышедший в 2015 году, занимает первые места в чартах Германии, Финляндии и еще в десятке стран находится в топ-10. Что удивительно, так как тексты, скажу я вам, шнур нервно курит в сторонке. Кстати, насчет лирики. Простая на первый взгляд музыка. Простые тексты. Может быть, именно потому, что для Линдемана английский не является родным. Именно поэтому лирика в композициях доступна для понимания даже для тех, кто знает английский на школьном уровне. Однако школьникам я бы не советовал сильно вникать в смысл, так как текстовка в проекте Линдеман, впрочем, как и видео, для лиц 18 с хвостиком. Лично я считаю, что мат может быть и литературным, и тогда его присутствие только обогащает произведение и делает его более пикантным. Например, как в композиции Golden Shower. Казалось бы, чего там, золотой душ, но как только песня доходит до слов «кант», все сразу становится на свои места. В связи с этим у меня вопрос к вам, а как вы относитесь к темам на грани пошлости? Ведь согласитесь, в композициях Линдеман эта грань переходится, и неоднократно. Высказывайтесь в комментариях, а также не забывайте поставить лайк под видео и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить очередное интересное, а может и нет, решать вам, в общем, чтобы не пропустить очередное видео. А продолжим мы с вами разговор о проекте Линдеман в следующем видеовыпуске «Тяжелого времени». Всем пока, с вами был Зергобот, удачи!